Скандинавская ходьба, домашнее хозяйство и общественная работа. Раиса Ивановна Придиус успевает все. В феврале представитель Совета многоквартирного дома на улице Вокзальная пришла на прием к депутату Мособлдумы от партии «Единая Россия» Дмитрию Голубкову и попросила помочь. Не ей, а соседке сверху. Плачевное состояние плиты в квартире женщины не раз приводило к утечке газа в подъезде. Я позвонила в службу газовую «Юникон», которая обслуживает газовое оборудование, поинтересовалась, была ли проверка оборудования в этой квартире, на что инженер службы Людмила Александровна мне ответила, что да, проводилась, плита была признана непригодной к эксплуатации, так как она эксплуатировалась с 83 года. К тому же возможности перекрыть газ в случае утечки в квартире не было. Устранить опасность самостоятельно одинокая женщина не могла. Состояние здоровья не позволяет ей работать. На помощь пришли соседи и Дмитрий Голубков. А 28-го уже была установлена новая плита, соответственно, шланг к плите и кран перекрытия. Я от имени жителей и себя лично, конечно, выражаю очень большую благодарность Дмитрию Аркадьевичу. Хозяйка квартиры, в которой была установлена новая плита, пока находится в больнице. После выписки соседки продолжат оказывать ей помощь. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».